попасть в это королевство могли только кошки. А если туда забредал кто другой, то никогда не возвращался. Каждый год королева кошек устраивала большой кошачий праздник, куда приглашались все кошки с округи и издалека. Можно было увидеть торжественное шествие кошек. Однажды простой человек случайно оказался в тех местах. Взобравшись на гору, он увидел большие ворота, а за ними огромный дворец. Путник очень удивился, откуда тут взялись такие хоромы. Навстречу путнику вышла женщина. Она провела путника во внутренние покои и пообещала принести еду и вино. Пока путник ждал, в комнату вошла маленькая служанка, которая показалась путнику знакомой, но он не мог вспомнить, где ее видел. Служанка тоже ахнула от удивления, когда увидела путника, и с опаской, оглядевшись по сторонам, посоветовала ему поспешить уйти из дома. Путник пообещал уйти сразу же, как только его накормят. Но служанка встревожилась и сказала: «Я тебе ничего не должна говорить, но мы с тобой знакомы, ведь я та самая кошка, которая жила у твоих соседей. А за то, что ты был добр ко мне, я помогу тебе советом. Если ты прикоснешься к воде, или съешь хотя бы крошку в этом доме, то сразу же превратишься в кота и останешься служить королеве кошек навсегда». Путник поблагодарил старушку и бросился прочь из дома. А королева кошек снарядила в погоню трех служанок с ковшами воды. Только служанки выбежали за ворота, тут же превратились обратно в кошек, но одна служанка все же успела плеснуть в путника водой. Лишь несколько капель попало ему за воротник. Путник увидел рядом потерянный амулет, а чуть поодаль призрака, который спас его из воды. Путник поблагодарил призрака, и призрак исчез. Вернулся путник домой. Первым делом он спросил у соседей, где их кошка. Соседи ответили, что она пропала 3 года назад. Вскоре человек стал замечать, что растут у него за воротником клочки кошачьей шерсти. Вспоминая эту историю, он повторял: «Помедли я немного, непременно попал бы в свиту королевы кошек».